Итак, все. Давайте продолжим дальше проходить. Все, мы собрали все детали, которые нужны Торе для того, чтобы завершить искусственный Блейд. Ну, давайте посмотрим, что у него получится в итоге. Хорошо, все готово. Оно действительно завершено? Еще как. Для активации достаточно применить энергетический заряд. Тора, казнь наших друзей приближается. Нужно поспешить. Я знаю, знаю. Ладно, искусственный Блейд. Пора просыпаться. Так не пойдет, Тора. Что Тора сделал не так? Не можешь продолжать называть ее искусственным Блейдом? Как ее создатель? Меньшее, что ты можешь сделать, это дать ей подходящее имя. Ну, тогда... На самом деле, Тора действительно придумал для нее имя. Очень хорошее имя. Отлично. Тогда, думаю, проблем нет. Ну, почему бы тебе... не представить нас, Тора? Да, сейчас. Ну же, просыпайся, просыпайся. Единственный и собственный Блейд Тора. Рано. Хана? Чем я могу быть вам полезна, хозяин? Да погоди минуту! Забудьте, что вы это видели. Тора должен изменить настройки. Настройки? Вот, в этот раз все должно быть хорошо. Да-да, второй раз лучше всего подходит. Включаем! Приветствую, хозяин. Я сделал это. Первый в мире искусственный Блейд. Тора Хана. Оу, невероятно, это действительно нечто. Тора хорошо справился, да? Вы впечатлены? Тора добился большого успеха? Конечно, ты потрясающий, Тора. Хотя я был очень удивлен ранее, когда она была вся такая, ну ты знаешь. Забудь об этом, это не вина Торы, это было, ну, как бы... Да. Дедули Сензо, он сделал настройки. Определенно. Дедуля виноват. Ты уверен, Торы? Да, дедуля... Ладно, не будем на этом зацикливаться, Рекс. Пойдем, спасем Нию и Бьяко. Да, нельзя терять время. В любом случае, меня зовут Хана. Хана изо всех сил будет стараться, чтобы хозяин гордился ею. Ну, все понятно с ним. Эта стерва думает, что она здесь хозяйка только потому, что она пользуется богосклонностью императора. Если бы только я сам получил Айгис, я мог бы вернуться домой с триумфом и подарить ее Бану за... и продать ее Бану за кругленькую сумму. Это еще не конец. Я отказываюсь позволять этому месту стать моим концом. Я не останусь гнить в этом... в большом захолустье. Капитан Пакс? Да, сэр, что такое?
Удвойте количество гвардейцев. Окружите всех. Соберите всех, кого сможете найти. Мы найдем эту Айгис до того, как Мелф наложит на нее лапы. Да, я понял, как пожелаете, сэр. Смотри, учись, Мелаф Лахат. Сэйю Кли, кстати. Да, Хану озвучивает та же Сэй, что озвучивает Кли в Геншине. Фу, можно немного расслабиться. Так, прежде чем мы уйдем, Тора хочет объяснить кое-что Рексу, Анике и Хане. Объясните, что, хозяин? О, господи. Вот об этом продвинутом игровом устройстве. Мне было интересно, для чего эта штука? Так это для игры? Да, игра называется Тигр-Тигр. О, господи. Это скрытая жемчужина, которую дедушка сделал для Торы, когда Тора был еще маленьким. Ну, похоже, оно видело дни получше. Тора только что подал питание. Так что сейчас вы будете в состоянии поиграть. Давай, Рексаники, попробуй. Э? Ну, это звучит довольно забавно. Но я бы не хотел подсаживаться на игру, пока не ее нужно спасать. Или я бы не хотел слишком увлечься какой-то игрой, пока не ее нужно спасать. Да подожди, подожди, подожди. Играя в эту игру, можно заработать приз. Специальные детали для усиления Ханы. Детали для Ханы. Дедуля сделал эту игру в надежде, что она раскроет истинную... истинную цель. Когда Хана наконец-то будет завершена. Так что если друзья считают, что Хана немного слабая, или просто хотят большей удивительной силы, сыграйте в игру и получите новые апгрейды. Ну, полагаю, в этом есть смысл. Я попробую. Это мудрое решение. Ну что, нужно ли Торе объяснять основы? В конце концов, Рекс Аники не особо много об этом знает. Используй кнопки направления для перемещения и кнопку А для атаки. Итак, это основа. И... Тора позволит Рексу Анике разобраться с остальным самостоятельно. Ну, спасибо. Учиться лучше всего на практике. Тигр, тигр, вперед! Ну, ребят, это такое, конечно. Чтобы прокачать персонажа, я должен играть в какую-то мини-игру. Я что, в Якудзу играю? Ну, ладно. Так, что там у нас? Ну, Зену, да. Это мини-игра. Так, изи или норма? Давайте сначала на изи. Mm.
Ну, ребят, как-то так это выглядит. Ай, попался. Я думал, уровень закончился. Ну ладно. Ну, как-то так. Ну да, тут хотя бы... Кстати, а харда тут нету в случае? Рексаники не очень хорош... Так, нет. Не очень хорошо может играть в игры, да? Ну ничего не поделаешь. Не так ли? Это был мой первый раз. Ну, Хана думает, что практика поможет довести ваши навыки до идеала. Но в любом случае, давайте сосредоточимся на Нию пока что. Итак, как мы собираемся попасть на этот корабль Титан, где держат Нию? Ну, нам как раз повезло. И море облаков, кажется, сейчас идет на спад. Нам лучше всего направиться к корню, о котором говорила Хомура. Корень как раз тянется и растягивается сразу за аркой Гарагон. Отсюда проще всего будет подняться наверх лестницы, перейти мост, а затем пойти под вратами. А затем вы как раз будете находиться у арки Гарагорн. Не заметили ли нас стражники Супербии? Территория вокруг базы Супербии сильно охраняется. Но до арки Гарагорн проблем не должно быть. Хорошо. Тогда давайте пока что направимся туда. Хана постарается за всех сил, чтобы помочь. Отлично. Узрите Хану. Первый в мире искусственный Блейд. Хану нельзя оснастить вспомогательными ядрами. Но у нее есть кое-что, что настолько же хорошо. И также можно кастомизировать ее способности. Хана Свап. Для того, чтобы получить доступ к Хана Свап, отправьтесь, собственно, в меню. Персонаж Блейд Хана.
Для того, чтобы использовать функцию HanaSwap, вам понадобится заполучить определенные предметы, играя в игру Тигр-Тигр. Ну да. Играйте в Тигр-Тигр как можно больше, чтобы Хана стала самой лучшей. Ну что ж, да. Вот у нас уникальный Блейд, который качается немного по-другому. Так, давайте мы посмотрим на это поподробнее. Так, Хана. Вот сюда. Ну, да. Видите, у нас нужно... Нам нужно найти определенные детали и поставить их слоты. Плюс некоторые слоты надо еще открывать. Так, ну пока что у нас ничего нету. Так, оперативки. Нам нужно вот эти кристаллы эфира. Пробуем прокачать. Да, сейчас нечего качать. К сожалению, у нас нету ни деталей, ничего. А, нет, стоп. У нас есть детали, я забыл. У нас есть DLC. Сейчас. Сейчас будут. Отлично. Хорошо, что я вспомнил про них. Так. Слушайте, а нам не слишком много дали халявного эфира? Так, ага, тут можно повысить максимально. Давайте повысим. Так. Ничего. Пить слот. Только вставлять в него нечего. Так, а тут вот, собственно, можно создавать детали. Попробуем. Так, увеличивается урон, нанесенный воздушным существам на 25%. Когда Affinity достигает максимума... Так. Пати выдается барьер в размере 10% от максимального хп. Что там еще есть? Слушай, а тут реально много всего. Пока танка нету. Агро. Посмотрим тогда что-нибудь на защиту. Кроме этого, что еще есть? Так, окей, дальше уже идет по элементам. Во, вот это нам нужно. Мешает получаемый дамаг на 10%, когда хп 30% и ниже. Я... Вот, и это физический. Ну, по сути, в данный момент можно взять только вот это. Так, так, особый хил. Увеличивать дамаг на 100% сзади. 110. Или со стороны, или спереди. Ну, все зависит от того, какие у нее там навыки. Посмотрим.
Так, ну судя по описанию, тут нету... И вот она написана насчет того, что обязательно навыком бить сзади или слева со стороны. Можно с любой стороны. Ну да, учитывая, что танк, то да, будет спереди. Так что берем спереди. Вот. Точность и зарядка. Поглощение дамага. Блин, недоступно. Нужен технический мануал. Так. Зено. Советуешь так поступить? Посмотрим. Тут ничего. И не то, что нужно, недоступно в данный момент. Ну, разве что это можно взять. Пригодится. Дальше. Что у нас тут? А, тут вообще ничего. Так, танк мод второй. Тут как бы все изи. Так, увеличивается Affinity на 175 при начале боя с инициативой. КЗ. Ага, когда начинает враг бой, тоже нет. О, увеличивается на 75% урон, наносимый союзнику при его недееспособности. Когда союзник недееспособен, включается у нас дамаг. Вот это интересно. Нет, оставлю то, что взял уже. Так, тут у нас спешл. По сути, все. Ну, Астер, да, если его вырубят, то нам придется быстро его возродить, иначе будет жопа. Не хватает энергии. Вот это проблема. Так, ладно, пока что хватит. Потом уже разберемся поподробнее. Так, кстати. А у нас тут как бы немного очков накопилось для прокачки ГГ. Так, сила. Или нет.
Вот, защиту. В первую очередь. Как бы прокачка у ГГ не особо большая. Но, как вы видите, стоит все это, конечно, дорого. А, тут вообще даже нельзя. Ну, Зено, я бросать его не собираюсь. Я как минимум историю хочу пройти. Хотя, признаю, мне боевка как-то в Иксе больше зашла. Да и в третьей части то, что я видел немного. Так, ну у меня сейчас тут... А, Affinity как раз увеличивает. Так, ну считай, что мы идем на серьезное дело, лучше взять что-нибудь по... получше. 8% хп. О, вот это возьмем. Ну, Зено, я понял. Ну, за этой вещью мы пойдем чуть позже. Как бы сейчас особых проблем нету. Не хочу сильно отвлекаться от основного сюжета пока что. Руками, как пойдет. Как пойдет. Так, стоп, я не в ту сторону пошел. Вилден, да, есть один. Вроде. Орего, Арус Сенкамо. Там военный корабль титанов. Весьма впечатляющий титан. Еще один признак того, что Спервия снова готовится к войне с Инвидией. Смотрите. Этот корень идет прямо к кораблю, как и сказала Хомура. Ну да. Мы должны быть в состоянии спуститься вот отсюда. Пошли. Понял. Поняла. Ну, пускаемся. Так. Доре-доре. Эй, главное не упасть мимо, иначе будет больно. И неприятно. Тора, вижу, упал, но не убился. Лишь хп немного потерял. Кстати, да. Надо поменять блейд.
Так, вода у нас есть, глин. И все. Ну, потом есть уже эти обычные. У? Оре но дебанка? Дори-дори. Ну, стратег, ну, не знаю, если это можно так сказать. Миленько. Зена, вроде статы полезные, так что мы это съели. Точка. Там уже посмотрим. Выглядит довольно высоко. Дайте мне минутку. Хомура, ты первая. Я подтяну тебя, так что держись крепче. Тяжелая! Прости. Так, послушай, Рекс, ты не можешь... Так общаться с дамой. Рекс, Аники, хоть немного без... Ты действительно немного бестактный. Ой, простите, наверное, я просто... Да не, нет, это не твоя вина. Она тяжелее Торы, это точно, но... Это просто означает, что Хомура выросла до впечатляющего роста. Это хорошо, Хомура должна гордиться это. Она подтянет Хомуру, пожалуйста. Схватитесь еще раз. Ничего себе сила, Хана. Хана искусственный блейд. Так что это не проблема. Хана может поднять и Гонзалеса, если потребуется. О, господи. Бедная няша. Ну да. Рекс не ожидал такого. Тян. Ну да. В смысле мимо? Натурат, ну... Ну, как тебе сказать? Насчет независимых еще могу поспорить. Ну,
стороны. Есть. Отлично, изи. Все, можно идти искать нее. Но Вильдем, в смысле? Играть в ту мини-игру и собирать эти руководства, чтобы открыть. Так. Так. Ей, отлично. Brute Force. Хозяин, Хана чувствует, что поблизости находится Блейд. Но как Хана может это определить? Неясно. Хана чувствует другой Блейд. Как волну в воздухе. Я не уверен, что понимаю, но, возможно, Бьяку находится неподалеку. Давайте попробую открыть некоторые двери, что тут находятся. Я ведь никому не навредила, не так ли? Нужно проверить свои брови. Мне очень жаль, иногда трудно оценить свою силу. Хомура, Рекс! О, Бьяко! Здесь действительно Блейд. Так, мастер Титан. Простите меня, но кто они? Блин. Бьяко! Бьяко, у нас мало времени. Ты знаешь, где находится Ния? Конечно. В конце концов, мы находимся в резонансе. Я чувствую ее присутствие. Тогда пошли. Мы не можем позволить, чтобы ее казнили. Да, сюда, пожалуйста. Она же сварщик. Да и я говорю, девушка на все руки, она все может. И заварить что-то, и сварить что-то. Так, давайте ее поищем. Нам наверх куда-то. И сварить, и заварить, и завалить. Ну, кстати, да, Астер, точно. И завалить тоже может. Так, тут что-то есть. В смысле, мы же были вроде. Отлично. Ребят, что-то вы не очень.
Я боялся, что мы недостаточно прокачались. Нет, достаточно. Плюс у нас там хорошая еда в сумке. Ей, сундук. Только вот как до него добраться. Так. Ни ваншот, ни прокачка. Давай, Чифлайн, спокойный. Матвей, ну это тоже. В одиночку сложнее. Все агрятся на тебя и жопа. Отлично, сундук наш. О, смотрите. Кристалл ядра. Обычный. Ну, слушайте, раз такое дело, давайте гачу. Вижу, тут 4 штуки собрались. Обычных. Дайте какой-нибудь топовый блейд. Ну, я не это хотел. Ну ладно. Меня зовут Хотару. Да, это парень, если что. Ты похож на драйвера, на которого я могу положиться. Чего? Этот драйвер будет в моих руках. Не, ничего, шучу. Да, это трап. Слушайте, ну нормально покрутили. Хотя нет. Он же... Он же не сказал, что он тян. Просто так оделся. Да, ну ладно, дальше нафиг не дали. Вилдин, нет, это имеет значение. Так, ну, Астер, думаю, ты видел. Как-то так мы получаем новых блейдов. Эх, местный аналог Ранта, к сожалению, не падает. Пока.
Ну, Ксенофан, учитывая, что ты писал ранее, прошел игру сколько? 5 раз? Сколько часов убил на нее в целом? Так, раз, ради интереса просто. Потому что знаю, что есть люди, которые действительно много поиграли в эту игру. Хорошо зашла. Так. А вон туда. А, ну ладно, не так уж и много. Я думал, побольше будет. Еее, кухня. Стоп. Ксенофан, тут мне пишут, что ты спидранер. Это правда? Хана, ты где прыгаешь? А, чисто по фану для себя. А, понятно. Ребят, вы видели, что Хана творит, да? Хана Сторы. Да. О, кстати, сейчас у нас будет кое-что интересное. Но нас не пускают пока что. Ой, потом. Без сомнений, это то самое место. Вы кто такие? Они друзья-террористки. Мы не ее, мы ее друзья. Но я не позволю вам называть ее террористкой. Степан, ты про что? Я отвлекся. Господи. Ей-ей-ей, 5 кп. Не самое удачное место. アンカーショット!
Тора. Тора, хилься. Да Тора. Мне что, взять бутылку и засунуть тебе ее в рот? Ну ладно. Ты в порядке? Не. Рекс. Рекс, ты? Миледи, прошу прощения за мое позднее прибытие. Забей. Я вообще не думал, что кто-то придет. Как будто мы могли бы бросить тебя. Всегда помогай тем, кто помог тебе. Это второе правило кодекса добывателей. Ну... Аники, Тора нашел путь к отступлению. Быстрее, быстрее. Мопон? Он оказал некоторую помощь. У нас появился новый друг. Приятно познакомиться. Ну, я думаю, мы уже... достаточно посидели здесь. Пора двигаться дальше. Да уж, они появились прямо как... Было какое-то произведение, где вот похожая сцена была, но не могу вспомнить название. Так, похоже, вы вернули Нио целый и невредимый. Теперь у вас есть три члена в пати. Думаю, мне стоит объяснить вам про роли и классы. Блейды рождаются с определенной ролью. Атакующий АТК, целители ЛР и танки ТНК. Например, Хомура атакующий, а Бьяко целитель. А, вот где Астер. Фу, Астер, я растут. Блейды, которые используют драйверы в бою, будут определять его стиль боя. Каждый драйвер будет подпадать под определенную категорию, что называется классы. Некоторые классы дают упор на атаку, некоторые на защиту, а некоторые на баланс между... этими ролями. И у каждого есть свои особые эффекты. Вам решать, хотите ли вы задействовать свой любимый блейд на передовую. Или стратегически выбирать блейд для достижения определенного класса. Делайте то, что лучше всего подходит для вашего стиля игры. Как правило, у блейдов нельзя изменить их роли. Но учитывая, что Хана является искусственным блейдом, она является исключением. Она может поменять свою роль, используя функции Хана Свап. Но это мы видели. Ну, для этого нужно играть в мини-игру. Вперед. Концентрат, что у тебя там? О, господи. Так. Пацаны. Ну ладно. Мы лут возьмем и пойдем, хорошо? Свидание.
Вообще беспалевно. Похоже, это путь к ангару. Ну? Похоже, это способ выйти отсюда. Дверь заперта. И не хочет открываться ни в какое. Даже Хана, вероятно, не в состоянии пробить ее. Но мы же так близко. Рекс, взгляни-ка вон туда. Зоркий глаз. Должно быть, это переключатель, чтобы открыть ее. У нас не так много вариантов, кроме как попробовать это. Если он все-таки откроет дверь, мы наверняка сможем сбежать через ангар. Тогда чего мы ждем? Хороший вопрос. Похоже, нам придется покинуть эту комнату и найти путь наверх. Ну, погнали. Эй! Ребят, вот теперь нам хана. Я думаю, нам лучше свалить. Было бы куда. Надеюсь, мы справимся. На все же. Короче, правильно. Зря я испугался. Да, сражаться в закрытых помещениях не самое удобное вещь. Особенно с толпой. Так, ладно, это было... изи. Проходов тут не видно, точно. Заперто. А тут как раз лестница, походу. やらせるかよ。俺だって。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 や
Так, отлично. Но здесь ничего. По сути, мы вернулись обратно. Я обожаю этот корабль. Вот где? Что-то. Зено, значит, я не один такой, кто считает, что навигация во второй части это, конечно, такое себе. Ну, мы сделали круг. Окей, молодцы. Так, посмотрим на большую карту. Может, так сможем найти легче путь? И с ней не стало. Привет, Нянза. А, то есть я должен был взять ключ тут. И вот теперь можно вернуться к той красной двери. То есть, как бы... Ну, вы поняли, да, ну... Там лежал ключ, который я пропустил. Ох, фак, а тут что-то как-то их много. Попробуем зайти с другой стороны. А, Ниблер, видишь ли, солдаты могут поднять тревогу. Если ты заметил ранее, то когда нас заметили, он сразу побежал, чтобы позвать всех остальных. Так, с другой стороны. Отлично. Что-то тут все выглядит не очень хорошо.
Так, ну, файту. Хотя ладно, чего я боюсь-то? Они довольно слабые. Все, но нет, видел. Их просто не так легко сделать. Серёга, ну вот ты нацелился. Ну и мясо пошло. Ну серьезно, в какую жопу ты пошел? Чтобы я тебя не смог достать зайчика. Не, ну смотрите, они специально бегут туда, реально. Откуда им удобнее попадать в бяку? Отлично. О, слушайте, камень для гачи дали. Отлично. Так. Это возможно заработать с ключом, понятно. А, нет, Натура, тут в гаче блейды уникальный, не повторяется. Если ты его получил, все, он твой навсегда. И повторки не будет. Дальше будет просто падать новый. Так, все, мы добрались до нашей цели. Так, видите вон ту иконку? Она указывает на место проведения беседы по душам. Ну или прокачки, по сути, отношений в ивентах. Беседа по душам — это важные события, которые позволяют членам вашей пати стать ближе друг к другу, как друзья. Эти иконки вы будете встречать по всему Альсту.
Так что не лишним будет проверить их по мере появления. Для того, чтобы посмотреть беседу по душам, вам нужно, чтобы в вашей пати присутствовал нужный человек. Ну или Блейд. Ага, причем еще в нужное время суток. Вы можете посмотреть условия, нажав на иконку. И чем больше бесед по душам вы будете... Вы посмотрите, тем крепче будут узы доверия и близость между вами и вашими клинками. А еще они разбросаны по всему миру игровому. Отлично. Ну, Ксено, да, об этом как раз и говорил в начале стрима, то что... Уникальных блейдов и дизайны создавали разные люди. И вот в том числе немало мангак. Ну, судя по скиллам Глена, у него неплохие навыки для танка, в частности защиты. Так, ну что ж, давайте заценим первую беседу по душам. Внутри линкора Титан все сильно отличается от того, что было внутри Моносероса. А что такое Моносерос? Рекс, ты же видел его. Он был пришвартован еще в Голд Мунд. Черный корабль, шина и компашки. Да. Он действительно впечатлял. И он был работоспособный без подключения к Титану, верно? Я, конечно, не эксперт, но да, похоже на то. Ничего себе! Тора хочет это увидеть. У тебя не будет такого шанса. Только если мы не встретимся снова с ребятами из Ира. Тора передумал. Нет нужды это видеть. Хозяин меняет мнение. Мгновение ока. Монокерос был сгокаттакэ до. Коно Арус Сенкан му сгой ё на. Ну, Моносерос был, конечно, довольно неплох. Но этот корабль тоже не промах. Да, действительно. Тут полно всякого, что я раньше никогда не видела. Это из-за того, что этот корабль — результат последних прорывов технологии Сперби.
Обычные люди никогда не ступали на борт. Ты говоришь прорыв в технологиях, а на самом деле ты имеешь в виду... вещи, связанные с добывальщиками. Добыванием. Нет, не только. Я тут вижу очень много собственных улучшений. Вот, например, это, видишь? Что бы они сюда не запихнули, это было сильно изменено настолько, что я не могу сказать, что это было изначально. Это панель управления. Оно передает сигнал в нерв Титана. Проводя отсюда кабели к разным частям Титана, мозг можно гораздо лучше контролировать поток сигнала. Что? Ничего себе! А сам этот кабель имеет в 2.4 раза больше скорости и в 12 раз больше мощности, чем предыдущая итерация. Другими словами, это совершенно другой уровень по сравнению с тем, что используют другие страны. Чё себе? Так, а если они используют его в какой-нибудь более маленький... сосуд Титана, то он работал бы еще лучше. Да, совершенно верно. Им кажется очень весело, но для меня это все какая-то тарабарщина. Хана, ты что думаешь? Что стоит сказать Хане? Это даже не так уж и плохо. Почему хозяин ведет себя так гордо? Ну да, кстати, тут у нас есть варианты, которые, скорее всего, на что-то повлияют в будущем. Наверное, но это не точно. Что скажете? Давайте вместе решать судьбу. Если она тут, конечно, есть. Второй. Почему хозяин ведет себя так гордо? Ого. Тора очень рад, что ты спросила. Потому что технологии, использованные в этом линкоре Титан, такие же, как в мышцах и
трансмиссии, Ханы. Хана удивлена. Как бы то ни было, те, что используют Ханы, еще более усовершенствованы, чем то, что присутствует здесь. Она еще сильнее удивлена. Стоп, ты хочешь сказать, что ты украл технологию у Сперми? Слушай, Тора, и это то, что ты называешь спортивным поведением? Тора пошел на рассчитанный риск, служа делу научного прогресса. Ну, в результате даже ученые из Сперби способны провести реверс-инжиниринг системы Ханы. Так что беспокоиться не о чем. Я что-то думаю, что у нас могут быть проблемы из-за этого в будущем. Ну ладно. Узнав тайну рождения Ханы, Хана испытывает какие-то чувства беспокойства. Все в порядке. Наверное. Итак, Рекс, Аники, больше нет времени на болтовню. Пошли. Так, ну все. Можно валить отсюда. Так, ну прежде чем пойдем дальше, давайте маленький перерыв. Так что продолжение следует.